Русские народные забавы на свежем воздухе Артему Макарчуку пришлись по вкусу. Он никогда раньше ничего подобного не пробовал, но и освоил с легкостью. На одну палку цепляют шапку, и сопернику нужно сбить одной палкой, на которой нет шапки, другую шапку. Но тебе это удалось сегодня, да? Да, и другому сопернику тоже удалось. Победила, короче, дружба. Похожие эмоции были у всех, кто пришел в Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Фестиваль русской культуры приурочили ко дню славянской письменности и, конечно, решили отметить с размахом. Изюминка праздника – концертная программа, но организаторы продумали все до мелочей. Мастер-классы, ярмарки народных умельцев, анимация для детей. Каждый здесь нашел развлечение по душе. Выступают творческие коллективы нашего округа и коллективы из Москвы. Сегодня у нас работает и чайная зона. Мы всем желающим предлагаем собрать свой собственный чай, уникальный сорт. Пока гости веселились и наслаждались атмосферой праздника, волонтеры Одинцовского молодежного центра были рядом. Мы завлекаем людей, мы помогаем как раз тем, кто играет с детьми, основным приглашенным людям. Мы стоим на самоварах, разливаем людям чай и следим за самочувствием, чтобы никто никого не поранил, чтобы никому не стало плохо. Многодетная семья Ефановых практически в полном составе. Праздник русской культуры пропустить не могли. Инна признается, такие праздники нужны. Это гордость. Мы патриоты своей страны, однозначно. Поэтому любим свой народ. И, конечно же, слушаем песни. Сейчас очень акцент такой на патриотичность, что мы славяне, наши корни в этом. Я прилетела! Вы знаете, я недавно летела, девку красивую видала. Ну и какие же народные гуляния без сказочных героев? Чтобы Баба-Яга никого не украла, пришлось показать ей, кто тут самый сильный. Канатом расправились быстро, дети от праздника остались в восторге. Мне приятно, что сделали так хорошо, мы устроили парк, сделали очень красиво, поставили гамаки, можно загорать, делать все, что хочешь, чай делать, сделали очень вкусные сушки, поставили очень много интерактива и всего остального. Пили, ели, играли, плясали и взрослые, и дети. Праздник продолжался до самого вечера, все сошлись в одном. Такие гуляния надо будет повторить. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».